Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, на цю годину гаряча лінія в ефірі телеканалу «Миколаїв». Цікаві теми, цікаві гості, не менш компетентні гості. Сьогодні в студії для вас працює Володимир Лисюк, а в гостях у нас заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Добрий вечір. Доброго вечора, Юрій Борисович. Є про що поговорити зараз з вами з огляду на ту ситуацію, яка склалась у Миколаївському міськвиконкомі, у Миколаївській міській раді. Так що я думаю, що в принципі з цього власне розпочнемо. Юрій Борисович, наскільки я знаю, в момент, коли у міській раді відбувалось це знакове в лапках голосування, вас не було на той момент у місті, так ви проходили перепідготовку як військовослужбовець. Розкажіть, будь ласка, чи було для вас це новиною, чи було це сюрпризом, те, що сталося? І як ви взагалі оцінюєте дану ситуацію? Я старался в любом случае держать руку на пульсе и связывался в телефонном режиме с депутатами и с чиновниками мэрии. Если честно, то я не ожидал, что будет такой поворот событий. Уже, конечно, перед голосованием уже картина как-то сложилась более-менее, когда я узнал, что собирались и фракции, обсуждали на фракциях там, их позицию. Я уже узнал где-то за день, что будет именно такое голосование, будут голосовать три фракции по отставке городского головы. Ну, мое отношение к этому всему, я уже говорил, как-то мне спрашивали ряд там изданий. Конечно, мне по-человечески жалко Александра Федоровича. Все-таки он, когда стал городским головой, то начинания вроде бы были нормальные у него. Впоследствии, я считаю, что так получилось, скорее всего, из-за того, что он потерял немножко, наверное, свою позицию изначально там и пошел по пути легкого сопротивления. То есть необходимо было работать со всеми фракциями, причем работать равноправно со всеми фракциями. Там. И мы видим прекрасно, голосование показало, что те фракции, с кем он не работал, это особенно касается блок Петра Порошенко, это касается нашего края. Не будем скрывать, что там ряд депутатов были действительно обижены на Александра Федоровича, потому что не уделялось должное внимание там, их округам, их объектам, над которыми работали депутаты. Поэтому я так понимаю, что такое голосование получилось. Что именно не было консолидации в городском совете, не было взаимного разговора, не было взаимопонимания между мэром и фракциями, поэтому так и вышло. Юрій Борисович, на вашу думку, навряд чи це додає позитивного іміджу і конструктиву в роботі, коли немає такого узгодженої роботи між депутатами і міським головою. Якось, от ви протягом цього часу також працювали, ви ж спостерігали, ви були всередині, скажімо так, всіх цих подій. Ну, як ви оцінювали взагалі цю роботу і наскільки було складно працювати в цьому деструктиві? Ну, работать всегда сложно, когда есть деструктив. Если нет понимания между депутатами, между чиновниками, между городским головой, то, естественно, это не работа. Даже я неправильно даже сказал, что сложно работать. То есть практически работы как таковой не было. Постоянно вот эти ссоры, постоянное выяснение отношений, это оно ни к чему хорошему не приводит. Действительно, надо было искать понимание. Необходимо было отбросить все скоки, все обиды, возможно, даже прошлое каких там членов там нашей команды. Политические какие-то амбиции. Естественно, идти вперед. Надо развивать город, надо делать город комфортным, прежде всего, для горожан. Потому что все, как показывают опросы, горожане не чувствуют себя комфортно в нашем городе. Горожане не чувствуют себя безопасным в нашем городе. То есть есть масса проблем городских, над которыми надо работать, а не выяснять отношения между собой, и кто прав, кто виноват, и кто главнее. Юрій Борисович, на вашу думку, ну, сталося те, що сталося. Життя міста на цьому не припиняється. Життєдіяльність міста повинна тривати далі. Як ви бачите, як ви прогнозуєте ситуацію надалі? Наскільки зараз буде конструктив у виконуючого обов'язки міського голови з депутатським корпусом? Ну, то, прежде всего, зависит от виконуючого обов'язки голови міського Тетяни Вікторовни Козакової. Ну, по первым ее шагам я смотрю, что, в принципе, решение, если какое-то она принимает, она обязательно проводит консультации. Присутствуют депутаты от различных фракций. В
вырабатывается единое мнение, что мы шли по направлению развития города. То есть я думаю, если так оно и продолжится дальше, то, возможно, будут какие-то положительные изменения в нашем городе. Юрій Борисович, що можна сказати про кадрові перестановки? Які вони зараз у Миколаївському міськвиконкомі? Там по заступникам, по напрямкам, по управлінням? Ну, чи є вони взагалі? На сьогоднішній день по заместителям, всі знають, прекрасно, нет пока ніяких кадрових перестановок. Сейчас все заместители городского головы проходят этап заслушивания. То есть завтра будут заслушивать городского, заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И в четверг, 26 числа, будут заслушиваться остальные заместители городского головы по их направлению. Я так думаю, что после заслушиваний депутаты примут какое-то решение совместно с Татьяной Викторовной Казаковой по заместителям городского головы. Что касается основных таких, скажем, чиновников, основных фигур, таких значимых в Николаевском городском совете, это как главный архитектор, там, допустим, начальник управления коммунального майна города, начальник управления земельных ресурсов. Я также считаю, что после заслушивания будут приняты там определенные выводы по этим фигурам. Вы знаете, что первого нас заслушивали Шевченко, заместителя городского головы. Ну, скорее всего, даже не его заслушивали, а его подчиненных. Там было очень много вопросов по начальнику управления образования Анне Ильиничне Деркач. Там на сегодняшний день стоит открытый вопрос по поводу того, кто будет занимать эту должность. Там уже начались преобразования у нас в центре предоставления административных услуг. Татьяна Викторовна Казакова анонсировала нового человека, который, возможно, возглавит этот центр надания административных послуг Николаевского городского совета. Что касается главного архитектора, наверное, это уже не секрет, уже многие читали в прессе, что главный архитектор города Анна Полеха написала заявление на увольнение с 1 ноября 2017 года. На сегодняшний день она, к сожалению, не присутствует на работе, она ушла на больничный. Это по тому, что с утра мне сегодня доложили работники управления. Что касается начальника управления земельных ресурсов, наверное, это уже не секрет, все горожане знают, что на сегодняшний день вакантна эта посада. Александр Иванович Мороз уволился, а исполняет обязанности его заместитель, начальник управления. То есть на сегодняшний день вопрос не решен по начальнику управления земельных ресурсов. Юрій Борисович, якраз ви зараз згадали про звіт заступників міського голови по напрямкам. І настає, я думаю, час поговорити про ті напрямки, які є у вашому кураторстві, можна так сказати, у вашій зоні відповідальності. І цих напрямків істотно побільшало. Але я думаю, що почнемо ми все-таки з того напрямку, який був у вас основним до останнього часу, яким ви займалися, опікувались і розвивали його. Це внутрішній фінансовий контроль, нагляд та протидія корупції. Що включає в себе цей напрямок, і якщо можна, ну так, скажімо так, в декількох словах, і все-таки про департамент, який створювався протягом тривалого часу, і наскільки я знаю, він вже створений. Так. При принятии новой структуры городского совета был создан такой департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. По сути, он начал работать с 1 июня, то есть решение было раньше по структуре, шли процессы подготовки документов, регистрации, назначения, конкурсы проводились там. То есть департамент сравнительно недавно начал свою работу, с 1 июня, как я уже сказал. Три основных направления в этом департаменте. Первое направление – это внутренний финансовый контроль. Что на себя подразумевает внутренний финансовый контроль? Это прежде всего сохранение бюджетных денег, чтобы не было их перерасходования, расходования не по назначению. Это контроль за коммунальными предприятиями городскими, которые, к сожалению, к большому сожалению, я могу с точностью, с уверенностью сказать, не всегда достоверно показывают ту информацию финансовую отчетную, там, которая на самом деле должна быть. То есть есть злоупотребление, и мы это уже не раз в этом убеждались, там, ряд предприятий перепроверялось и проверяется сейчас, там, и финансовая инспекция, ДШОД-служба в этом работает направлении. То есть постоянно масса замечаний.
То же самое касается и различных департаментов и управлений, которые являются распорядчиками бюджетных вложений. Также находятся постоянно и замечания, и нарушения. Знаете, недавно закончилась проверка по управлению образованием, где нашли нарушения там, почти на 2 миллиона гривен. Там. Я вибачаюсь, в цій перевірці брали участь фахівці саме департаменту? Чи не тільки? Нет, здесь проверку проводила Держаудитслужба. Наши фахівці, пользуясь материалами проверки, уже проводят свои там, мероприятия там, и готовят соответствующие там, для городского головы распоряжения, приказы и предложения, что дальше надо делать там. Второе направление, кроме внутреннего финансового контроля, как я сказал, основное, это надзор за благоустройством. Оно включает в себя работу инспекторов, санитарных инспекторов, так скажем, по городу. Это очистка, грязь, мусор, все это должно делать это подразделение. А также демонтаж незаконно установленных объектов торговли и услуг. И третье направление, это непосредственно там, противодействие коррупции, либо борьба с коррупцией, как скажем. Здесь наши представители, работники, проверяют декларации чиновников, проверяют их на достоверность, все ли указали, есть нарушения, и очень много они направили в Управление защиты экономики Национальной полиции представлений по нарушениям декларации. Есть у нас масса документов, которые готовятся в мэрии, они все должны проходить антикоррупционную экспертизу. Это то направление, над которым будет работать данное подразделение. Необходимо просто набрать специалистов и провести с ними обучение. Вот это так в целом, в чем заключается работа. Что скажу в целом по департаменту, ну, вот я свежий пример приведу вам. Там, допустим, забор вокруг свалки решили строить. В том году построили пол забора. В этом году решили остальные половину забора вокруг свалки оградить свалку. И вот в тендере участвовало три участника. Один дал предложение 2 100 000, второй 2 200, третий 3 миллиона. И вот, к моему удивлению, победил тот, который на 3 миллиона дал предложение. Там я поручил департаменту сделать проверку. Действительно, подрядчик завысил, причем при ознакомлении с документами мы посмотрели, что в принципе стоимость работы всех одинакова. Посмотрели на материалы. Материалы все трое приобретают у одного и того же производителя нашего, Николаевского ЖБИ. Мы взяли у ЖБИ расценки их на материалы. И посмотрели, что тут победитель, который дал самую высокую цену, в два раза завысил расценки на материалы, которые приобретаются у нашего производителя. Был приглашен победитель тендера. Он после нашего разговора подписал соглашение на уменьшение, дополнительное соглашение к договору на уменьшение суммы. Там, то есть он на 600 тысяч уменьшил сумму. Мы, и дальше я еще не остановился на этом вопросе, пока окончательно мы дальше будем работать. Если все-таки первый претендент готов был за 2 миллиона 100 делать, то почему на 600 тысяч только он уменьшил сумму, мы дальше будем с ним работать. И вот таких фактов у нас масса, где идет завышение на работах, на услугах, на материале. То есть, как я сказал, вот задача внутреннего финансового контроля и дела по борьбе с коррупцией выявлять такие факты и смотреть, если это виноват чиновник, им занимается дело по борьбе с коррупцией. Виновато предприятие, подрядчик, тут уже внутренний финансовый контроль должен сделать свою работу, дать свои предложения, дать свои выставки, так называемые. Там. И наша задача уменьшить расходы бюджетных средств, сохранить для бюджета как можно больше средств. Вот это задача этого департамента. Тобто можна вже сказати зараз, що департамент, хоч і він працює ну, з 1 липня. З 1 іюня. З 1 червня, так, він так. працює. Але все-таки, ну, якби організаційні питання все ще вирішувались, то в той же час вже певні результати роботи є. Результати є. Ви бачите, і по протоколам по корупції такого ще не було, що, там, допустим, за год в мерії було там составлено там, порядка 10 протоколів по корупції. Там, коли таке було там раніше? Это все работа департамента, выявляются действительно факты там, не отражения в декларации, там, допустим, имущественного состояния, либо доходов. Там. Были выявлены факты вообще не подачи декларации некоторыми чиновниками. Это все благодаря департаменту, эти факты мы озвучиваем тому органу, который имеет право составлять протоколы по коррупции. Еще раз скажу, это Управление защиты экономики Национальной полиции. Также мы информируем об этом Национальное антикоррупционное бюро. И
Получаємо результат. Ну, власне, закономірно, кому було віддано, скажімо так, на керування цей напрямок. Нічого дивного цього немає, що саме вам, Юрій Борисович, я так вважаю, тому що ну, колишній атовець, принциповий офіцер, який ще до того ж має досвід роботи у податковій службі. Так що успіхів вам на цьому напрямку, але напрямків у вас ще чимало. І ми зараз, в принципі, якби поговоримо і про інші. Містобудування і архітектура. Юрій Борисович, які зараз проблемні та, може, перспективні і позитивні зрушення є в цьому напрямку? Ну, у нас, наверное, больше проблем, чем позитива, к сожалению. Что можно назвать из позитива? Да? Наконец-то там сдвинулось с мертвой точки. В том году был принят план зонирования города Николаева. К сожалению, на сегодняшний день, это не секрет, это все оспаривается в суде по незаконному принятию решения Николаевским городским советом по утверждению плана зонирования. Есть проблемы в этом вопросе. Ряд экспертов, ряд активистов считают, что план зонирования, который был принят Николаевским городским советом, не соответствует генеральному плану города. Потерялись где там рекреационные зоны, где узаканиваются незаконные постройки, согласно принятого плана зонирования. То есть оценку этому всему должен дать суд, я считаю. Суд должен разобраться, привлечь экспертов со стороны, пусть дадут оценку, действительно ли соответствует, либо не соответствует план зонирования генеральному плану города. Что скажу в целом, мы планируем в следующем году полностью обновлять генеральный план, и генеральный план будет обновляться совместно с планом зонирования территории. То есть, чтобы не было никаких расхождений, чтобы не было никаких разговоров, что что-то не соответствует чему-то. То есть, это решили одновременно проводить такую работу. Я надеюсь, что когда будет рассматриваться бюджет на 2018 год, депутаты дадут добро, выделят средства на это, и мы закажем план зонирования и генеральный план города, одновременно обновим эти два документа. Предстоит очень огромная работа до того, как заказать план зонирования и генеральный план города, подготовительная, причем довольно-таки затратная. Прежде всего надо сделать аэрофотосъемку города. К сожалению, в Украине очень мало специалистов, очень мало таких специализированных предприятий, которые выполняют эту работу. И та аппаратура, которая есть на этих предприятиях, она, как бы так скажем, мягко немножко уже устарела физически и морально. Будем искать лучших в этом направлении, чтобы была качественная аэрофотосъемка, которая уже даст нам возможность сделать нормальный генеральный план города там, и план зонирования территории. Что еще проблема на сегодняшний день? Ну, одна из самых главных проблем, у нас нет на сегодняшний день главного архитектора, так скажем. Да? То есть, как я уже сказал раньше, главный архитектор написал заявление на увольнение. Есть процедура принятия на работу в органы местного самоуправления. В любом случае, если Анна Анатольевна Полеха там, с 1 ноября уволится, нам необходимо будет провести конкурс. Это время все. То есть, если мы ничего не будем затягивать и активно поработаем в этом направлении, я надеюсь, что до конца года у нас должен появиться главный архитектор города. Юрий Борисович, а чьи кандидатуры? Ну, кандидатур всегда много. И если брать во внимание прошлый конкурс, который проводился, насколько я помню, там было или 5, или 6 человек претендовало на должность главного архитектора города. Будет с чего выбирать. Ну, главное, я считаю, чтобы те люди, которые подадут документы на конкурс, были не просто хорошими людьми, говорит, да, там, а хорошими специалистами прежде всего. Нам надо очень хороший специалист в этом направлении. И второе, я считаю, этому специалисту, очень хорошему, будущему нашему главному архитектору, необходимо очень хорошо поработать со своей командой, с управлением архитектуры и градостроительства. Анна Анатольевна пришла, когда на эту должность, что она первоначала, это начала возмущаться, почему так мало людей работает в этом управлении. Она захотела департамент, причем департамент должен быть там 4 раза больше, чем это управление на сегодняшний день. Там. Ну, у меня забрали тогда эти функции уже контроля над этим управлением.
Но я помню мои слова, я сказал, ты заставь хотя бы работать этих людей, которые на которые сегодняшний день есть. Есть, да. Работать эффективно Потому и что продуктивно, спросить да. у любого человека, который связан в городе со строительством, с архитектурой, с проектами, ну, они вам 5-6 человек назовут в этом управлении, кого не знают, кто работает. Чем занимается остальное управление, это вопрос. Юрій Борисович, будемо сподіватися, що все-таки до кінця року дійсно головний архітектор з'явиться у Миколаєві, і це буде професіонал. А у нас час спливає нашого ефіру, а ще декілька питань є, про які все ж таки хотілося б поговорити, тому що питання дійсно болючі. Коротко, земельні ресурси – це те, що зараз до вас повернулось, так би мовити, це, цей напрямок. Стисло для телеглядачів. Основні проблеми – і основні позитивні, знову ж таки, зрушення в цьому напрямку. Саме, мабуть, проблемне питання земельне у місті. І саме корумповане. К сожалению, да, проблемный вопрос довольно-таки на сегодняшний день. В основном проблема заключается в том, что люди, которые подают документы на продление договоров аренды, либо на новые какие-то участки для отводят землю, основной вопрос для них – это почему так долго все рассматривается. Почему так долго? И мы поднимали действительно все документы наши, законодательные наши на местном уровне. Действительно, что все-таки придется, скорее всего, мне бороться с депутатским корпусом. Дай бог, они меня поддержат, конечно, там, в плане того, что нам надо менять немножко некоторые порядки, некоторые положения и регламент работы. Допустим, на земельной комиссии архитектурной вопрос может быть рассмотрен, а может быть и не рассмотрен. И он может быть не рассмотрен и откладываться так из месяца в месяц. И затягивается рассмотрение этих вопросов там, на года у нас, к сожалению. Так вот, депутатам все-таки, я считаю, надо взять на себя ответственность и для себя решить, что действительно, давайте либо мы, если уже взяли рассматривать, давайте рассмотрим этот вопрос, в крайнем случае в течение месяца, там, ну не годами он должен рассматриваться этот вопрос. Там. Тобто процедуру просто спрощувати, але в той же час не втрачати контролю, власне, над Конечно, цією роботою. Да, да. Юрій Борисович, іще одне питання, знову ж таки, поки що, ну, не то, що неофіційно, але на певний час вам повернули функції контролю ще над одним управлінням, це управління транспорту. Теж притча у язицях, можна говорити дуже багато і не дуже багато хорошого, на превеликий жаль. Приклад Херсону, просто хочу зараз навести. Така теж сакральна цифра, 42 депутати проголосували за те, щоб знизити у Херсоні суму проїзду, вартість проїзду у маршрутному таксі до 3 гривень. Сьогодні весь інтернет пише про те, що у Херсоні маршрутки не вийшли на роботу. Не знаю, ще не перевіряв, як би так досконально, але не знаю, там транспортний колапс був чи не був, і чи впорається їхній Херсон Комунтранс, незрозуміло, що у нас в цьому напрямку. Ну, вы знаете, что перевозчики еще с января месяца этого года обратились в горсовет с просьбой пересмотреть тарифы в сторону повышения. К сожалению, я считаю, что те люди, которые занимались этим процессом, водили просто-напросто за нас этих перевозчиков. Я понимаю, что здесь вопрос политической плоскости, что не такие уж богатые мы, чтобы платить там очень дорого за проезд, это раз. Второе, качество перевозок, конечно, очень сильно хромает, поэтому это справедливое замечание горожан, что давайте качество, мы будем платить за качественные поездки, за качественные перевозки. Раз качества нет, тариф повышать не стоит. Но мы можем прийти и к такому, что сегодня совершилось в Херсоне, можем прийти к тому, что наши перевозчики тоже станут. Статистика вещь упрямая, она показывает то, что количество машин ежемесячно уменьшается в городе маршрутных. Мы можем прийти к тому, что скоро действительно ездить не на чем будет. А в чем причина, Юрий Борисович? Ну, все считают, что там миллионные заработки, но на самом деле не такие же там и большие заработки. Если бы там были сильно большие заработки, количество перевозчиков бы не уменьшалось, количество машин. Это раз. Во-вторых, если бы действительно была возможность там купить новую машину, я думаю, купили бы новую машину, а не мучили со старой, постоянно ремонтировали, там, которая ломается и разваливается на ходу. Зрозуміло, Юрій Борисович, на превеликий жаль, час наш вичерпується, і питання маршрутних таксі, воно дійсно дуже складне, і воно навряд чи вирішиться ну, найближчим часом, але як ви думаєте, чи зможе місто хоч якомусь там, ну,
видимому майбутньому вирішити проблему перевезення пасажирів шляхом розвитку комунального транспорту? Сможет. Город сможет это сделать, и мы бы уже, может быть, и начали это делать. Опять же, я был буквально несколько дней назад в Министерстве инфраструктуры, встречался с представителями Европейского инвестиционного банка, которые уже готовы были нам дать, выделить кредит в размере почти 3 миллиона евро на закупку подвижного состава коммунального. Но, к сожалению, мой предшественник сначала эту сумму увеличил, раз, потом два, в итоге мы остались опять на нуле. То есть надо опять готовить пакет документов и подавать заново, чтобы получить этот кредит. В лучшем случае, конечно, к концу следующего года мы сможем объявить тендер и купить этот транспорт. Мы все равно это сделаем. Просто это очень долгий процесс подачи документов и их согласования. Но мы это сделаем в любом случае. Что касается повышения проезда, я хочу успокоить горожан, что даже если и будет повышение проезда в маршрутках, то мы рассматриваем вопрос, чтобы компенсировать перевозчикам это за счет города. Мы сейчас ведем консультации, ведем переговоры, подсчитываем, насколько нам обойдется там. В любом случае для горожан проезд не поднимется. Возможно, может поднять только проезд там, на тех маршрутах, где у нас есть коммунальный транспорт, чтобы была альтернатива. Там, если там ходит и маршрутка, и троллейбус, пожалуйста, не хотите ездить за 5 гривен, садите за 2 гривны на троллейбус ездить. Там. Возможно, будет такой вариант. На сегодня я не могу сказать, я могу только одно сказать, что весь депутатский корпус настроен на то, чтобы не поднимать тарифы. Но чтобы сохранить на сегодняшний день хотя бы, пока мы не купим новый подвижный состав, то, что у нас есть, те машины маршрутные, которые ездят в городе, там, возможно, город возьмет на себя какие-то там часть затрат их там, и компенсирует им вот эти потери, и чтобы не было у нас таких коллапсов, как в Херсоне сегодня. Главное, чтобы не было шантажу с боку перевозчика. Але я думаю, що депутатський корпус і, власне, і міськвиконком зможе теж впоратися із цим складним питанням. Юрій Борисович, я дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні в нашій студії, за те, що поговорили і відповідали на наші питання. Дуже дякую вам за змістовну і, найголовніше, відверту розмову. Ну, власне, як і завжди з вами буває. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в гостях у нас був заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе, своїх рідних і Україну, і будьте мені здорові!